часовни Параскевы Пятницы сняли маковку. Сейчас она находится на реконструкции. Строители ведут ремонт кровли, фасада и внутреннего помещения знакового объекта. Работы ведутся по проекту, который разработал заслуженный архитектор России Арек Демирханов. Это уже второй этап ремонта. В первой здесь появились лестница, которая ведет к пушке, скамейка, светильники и гранитный крест. В третью очередь на Поклонной горе планируется поставить памятник Петру и Февронии, а также беседки для влюбленных. Первый этап, второй этап – это части очень большого крупномасштабного проекта реставрации знакового места для горожан. Это Караульная гора, которая, как известно, является одним из наиболее посещаемых мест. И следующим этапом будет уже реконструкция дополнительных площадок, которые располагаются ниже самой часовни.